Сегодня в микрорайоне Динас начали сносить старый многоквартирный дом. Деревянное двухэтажное здание на улице Пушкина было построено более 80 лет назад, а в 2014 году признано аварийным. Жильцы всех 25 квартир уже расселены или получили выплаты для покупки нового жилья. Утром рабочие отключили коммуникации, ведущие к аварийному дому, огородили площадку сигнальной лентой и приступили к сносу. Подрядчик обещает завершить все работы почти за 3 дня, в том числе вывести строительный мусор. Как рассказали в городском управлении ЖКХ, в этом году в Первоуральске расселены 4 многоквартирных дома, 3 из которых уже снесены. Это 2 жилых здания на Диносе и 1 в микрорайоне Первомайский, построенное 115 лет назад. Средства на новое жилье или квартиры из маневренного фонда получили порядка 100 первоуральцев. В следующем году планируется порядка 14 квартирных домов для расселения и сноса. Ветхое аварийное жилье – это большей части микрорайон Динас, то есть и наши поселки Кузина, Слобода.